приветствую вас на своем канале. У себя на канале во многих видео я уже говорила, что чтобы войти в новую жизнь и перейти в жизнь своей мечты, избавиться от старых программ и заменить их на новые, так как все наши программы содержатся в нас, видно на физическом плане, в виде предметов и людей. Начнем очищение с нашего ближайшего пространства. Это наш дом. Перед тем, как начать наводить порядок в доме, мы спокойно сядем, расслабимся и представим уже чистый и уютный наш дом. Чтобы перейти на другую линию своей жизни, надо сначала разобраться в том пространстве, в котором мы живем. Перепрыгнуть не получится. Природа мудра, и все устроено так, что не обязательно копаться на тонком плане. На физике уже сразу все видно. И как в этом всем найти себя? У вас это получится. Следите за тем, что я буду вам рассказывать. Вы сидите у себя дома, и надо посмотреть вовнутрь себя. Можете прикрыть глаза. Так посидите несколько минут. Потом открываете глаза и спокойно смотрите, что происходит вокруг вас. Какие предметы вас окружают? Как они расположены? Лежат ли все на своих местах? Не скапливаются ли завалами? Завалами считается даже белье для стирки и глажки. Все, что вы видите кругом вокруг вас, это вы. Скопившиеся вещи – это наши нерешенные задачи, которые отражаются на физике. Мы эти задачи приобретаем в течение нашей жизни. И даже переданные нам по наследству тоже задачи отражаются все на той же физике. Надо научиться удерживать в порядке пространство, которое мы имеем, а потом уже расширяться. Вы представили свой дом уже чистый. И запомните это состояние. Я часто наблюдала, как родители приказным тоном говорили своим детям навести порядок, как провинность. И немногие, вырастая, не любят наводить этот самый порядок, не объясняя, как его надо наводить. И все игрушки в основном сваливаются в кучу. Чтобы нам было интересней справиться с этой задачей, предлагаю уже во взрослом возрасте отнестись к уборке пространства как к игре. Поиграть как маленькая клеточка вашего организма. Клетка-путешественница по своему же организму. Начнем с того, как перед тем, как отправиться в путешествие, в нашей игре существует высшая цивилизация. До того, как попасть на планету Земля в биологическом скафандре, у клетки есть запрос на решение определенной задачи. Где-то исцелиться, где-то чему-то новому научиться. Вы будете ходить в своем доме, как клетка в своем организме, которая изучает себя изнутри. Разговаривая с компаниями, которые убираются дома, в основном они начинают убирать сверху вниз. Предлагаю наоборот, с пола. При уборке приятнее ходить по чистому полу. Отнеситесь к мытью полов как к терапии. Уборку надо полюбить, как легкая разминка. И зная, что ваша миссия – исцелять себя, очищая на этой планете Земля, если вы не выполните эту миссию, так что прилетите в следующий раз. Попыток будет много. Теперь мы переключаемся. Мы не убираемся, а наводим красоту. И наводя красоту своего дома, со временем вы полюбите это дело. Вы теперь знаете, зачем вам это надо. Так легко становится, и мысли совсем другие в голову лезут. Предлагаю мыть полы от дальнего угла к выходу. Но не просто мыть их,
у нас же терапия, очищение нашего организма. Прибавим к этому процессу и аффирмации на богатство, здоровье, любовь и изобилие. Чтобы быстрее все пришло в ваш дом, что вы пожелали, за место пыли. Желательно не использовать химические средства, а стараться отдавать предпочтение натуральному. Химия, добавленная в воду, попадает в окружающую среду, а потом возвращается нам же. Например, можно в воду добавить соль. Она не дает разводов и хорошо чистит негативную энергию в доме. И добавить несколько капель эфирного масла. Дом наполнится натуральным ароматом. Для разнообразия этой темы уборки рекомендую прочитать книгу «Магическая уборка», автор Мари Кондо. Эта книга есть и в аудиоверсии. Посмотрите замечательный фильм с Джимми Керри и Морганом Фриманом «Брюс всемогущий», где ему дана миссия выполнить роль Бога, когда он был в отпуске. А я прощаюсь с вами. Продолжение следует. До встречи на моем канале. Все получается, если этим заниматься.